Я пришел в себя, когда смотрю, стоят немцы. Что-то на своем языке разговаривают. Одеты были они в этом блестящем черного цвета плащах. Что-то разговаривали. Там один из них подошел, то ли ногу стал поправлять, то ли еще чего-то. Взял меня, хлыстнул по щеке, а у меня лицо обгоретое было. Я еще что-то ему сказал, не помню, что я сказал. Вот так оказался я у них. Из этого центрального лагеря в одно время нам увезли нас. Вот с центрального лагеря Заксенхаузена нас в один вагон посадили. Я же на татарин немного похож. Он был опытный, Федь, Фатых. Кильманда, иди сюда. Я подошел, я говорю, я не татарин, Федь. Ну и познакомились. Потом я узнал, что благодаря его я остался жив. Потому что нас так набили туда, народу много, что дышать нечем было. А он меня взял ближе к двери, потом поймешь, говорит. А это выдвижная дверь вагона, а там все-таки при движении поезда, там ветерок был, воздух чистого. А там уже умирали, если мы были плотно набиты, то уже под конец сидели на трупах. То есть вместо одной сутки везли нас четверо суток. Вот считайте, на 200 граммов хлеба, а потом на борт этот туалет надо. Остановится поезд где-то у станции. Автомат держит, и по-легкому, по-тяжелому сходи. И его убили немцы 2 или 3 января, потому что первый раз нам дали это, картошку чищенную, а никогда не давали, ни разу. В январе месяце, я помню, после этой подачи картошки, на работу уходить, я знал, что его убить должны. Я пришел после работы, смотрю, он уже холодный. Умирать стал. А француз, который со мной лежал, выбрось по-французски, мне говорит, там переводит, выбрось этого. А окошко было открыто, мы в окошко лежали с ним. Зимой выбросить на улицу. Я говорю, комрад, пусть, я говорю, товарищ хоть последний раз поспит в теплом месте. На улице успеет, я говорю. Ну вот целую ночь я с ним спал. А утром он холодный стал. Меня на работу погнали. Куда его выбросили? Это вот Фатыха убили немцы. Ну а потом, когда узнали, что я в плену был, вот они, отец старик и мать, ко мне подходили. Расскажи про нашего сына. Они поняли, что я был с ним вместе, с этим, с Фатыхом. Ну я не мог рассказать, потому что его убили варварски.